Лена, привет. Привет. Чем занимаешься? Ну вот, потихоньку работаем, составляем документацию с требованиями. О чем? Составляем документы для предоставления получения гранта. Какого гранта? Президентские гранты стартовали. Срок у нас до 31 мая. Все общественные организации, социально ориентированные, такие как мы, которые осуществляют много проектов, составляют гранты. Вот этим я сейчас и занимаюсь. А какие суммы грантов? Сумма грантов до 4 миллиардов, у нас запросы намного скромнее. Будем надеяться на получение гранта. Спасибо большое.